Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марины Стик. Сегодня 28 апреля 2023 года. И я только проводила магната в новый дом, пожелала ему долгой-долгой счастливой жизни. И у Мишельки первые роды, первый новорожденный щенок. Это шоколадная. И судя по такому ирокезику на спине, длинношерстная девочка. Еще толком не родилась, первенец Мишуткин. Пуповинка еще в маме, родила она ее сама, вот даже до конца еще, скажем так, сняла с нее сама. Видите, все чистенько, сама все сделала, первые роды и такая умница. Ни крови, ни грязи, никакой, все облизала, все сняла пуповинкой, последик еще в маме. Даже не мешаю, только глажу Мишку и успокаиваю. И решила поделиться вот такой радостной новостью. Если так чистенько будет рожать, возможно, мне удастся и последующие заснять роды, сам процесс. Потому что YouTube не пропустит, если какая-то капелька крови или что-то. Я, как всегда, тут сижу с подсветкой на кроватке. Загружаю для вас новое видео, радостные новости. Магнат, вот в течение, магнату в июле 2 года исполнится. И вот он только-только нашел новый дом. Поехал жить к Тамерлану. Потому что я всегда стараюсь предупреждать, собачка животное социальное. Вот, Мишенька начинает тужиться. Сейчас у нас выйдет последик. И родится второй щеночек. Вот так вот собачка, когда тужится, хвостик приподнимают. Да, процесс не длинный, ну такой, не быстрый точнее, не то что не длинный, а не быстрый. Сначала идут схваточки, как у людей, потом вот потуги. Миша все делает сама, я только присматриваю на всякий случай, успокаиваю, глажу. Она спокойно себя ведет, в комнате у нас тепло. Малышня веселится, как вы слышите, а Мише все равно на них. Ей на них наплевать. Она занимается своими делами. Угу. Сейчас вместе с потугами выйдет последик. Пуповинка еще не обкусана. Так что мы еще наполовину родились. Вот у меня уже загрузилось видео про магната. Так, вторая лампа ультрафиолет. Интересно, она у меня никаких лишних искажений. Я тут в руках держу подсветку. Но у меня тут обычные лампы, ультрафиолет. Я не знаю, какие искажения дает. Но я знаю, что ультрафиолет искажает цвета. Ну, сейчас потихонечку, полегонечку, да, без подсветки у меня достаточно темно. Умница, Мишка, умница. Все сама, ничего не боюсь. Девочка маленькая, скажи. Крошечная лялечка, да? Крошечная лялечка у Мишельки. Мишельки, вермишельки, крошечная лялечка, да? Скажи, светит, мамка, дура, скажи. Подсветкой своей тут на малыша. Вон кто-то висит на пуповинке у нас. О, молочко будет, будет у мамы молочко.
Угу, перегрызает пупочек. Вышел последик. Как мне эта лампа неудобно тут. Вот, последик вышел у нас. Да, молодец. Съедай последик. Я не запрещаю съедать последы. Это помогает стимулировать дальнейший процесс родов. Вот сейчас последик съест, последик сам вышел. И пуповинку обгрызет. И как бы это помогает быстрее начаться лактации. Некоторые заводчики, ну, как бы боятся давать последы из-за того, что будет потом понос у роженицы. Да, такое, в принципе, бывает, но можно дать там, скажем, какие-то там что-то крепящее, скажем так. И, в общем-то, совсем уж так, что прожижила собачку, такого, ну, не видела. Вот так, околоплодные воды, сейчас на это все подлежит, помоет, и начнется, будут роды продолжаться. Ну вот, девочка, скажи, у нас родилась. Это у нас помет на буковку Г, Гшки наши. Вот, начинаются потуги. Вот, после того, что родит Миша, пойду ее мыть, потому что длинношерстные, все, видите, на шерсти все мокрое. А мамочки очень трепетно и нежно к этому относятся. Они не любят, когда в гнезде грязно. Они все это вымывают, вычищают, вылизывают и чувствуют себя беспокойно, если в гнезде грязно. Первые вот несколько суток роженицы очень трепетно относятся к детям. Не выходят даже самостоятельно писать и какать. Они могут сутки сидеть, не ходить, не писать, не какать. Не выходят кушать, поэтому кормить надо будет с руки в гнезде. Ну, гнездом я называю, вот у нас такие лежанки в форме домика. Я их держу на кровати, потому что здесь у меня отсутствуют какие-либо сквозняки. Здесь рядом у меня куча разнообразных подогревок, всяких ковриков подогревающих, если мне надо. Электроковрики разнообразные, особенно когда зимой. Вот теперь, скажи, я без пупочка смогу присосаться к сисюле и еще больше стимулировать маму. Так, у меня проводочек тут коротнул. О, Господи. Да что ж такое? Подсветка моя перегорела. Не шутка, тебе повезло. Подсветка у меня перегорела. Такая у нас темнота без лампы подсветки. У меня есть фонарик. Да, скажи, освещение, конечно, не такое, но Мишке-то от этого лучше. Давайте поздравим Мишутку с первенцем. Пойду поставлю другую лампу подсветки. Уже начинаются роды. Сейчас у нас еще кто-то родится. Пожелаем Мишке легких родов. И если вам интересно, оставайтесь с нами на канале питомника Марии Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам!